Арт Таврида – одна из самых больших площадок России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. В этом году фестиваль объединил 4000 участников со всей страны и стал ключевым событием Года культурного наследия народов России. Побывать на нем посчастливилось и Александре Исаевой. Событий было очень много, мероприятий было очень много. Мы были в таком своеобразном свободном плавании, то есть программа была очень насыщенная, но мы сами выбирали, куда нам пойти. Это были и лекции, и мастер-классы. Регионы очень много организовывали различных движух. В одно время могло быть несколько интересных мероприятий, мы разрывались между ними, не знали, куда пойти. А еще были встречи с известными людьми – министрами, космонавтами, актерами, представителями медиа-индустрии. Объединила все эти события тема жизни и работы в России. Шоу резидентов в рамках фестиваля прозвучало как манифест молодых творцов против мировой культуры отмены. В первую очередь, Таврида Арт – это история про общение и объединение людей. Вообще, Таврида – это очереди, большие очереди везде, на мероприятия, на площадку покушать. И вот когда ты стоишь в очереди, минут 40, ты успеваешь пообщаться с людьми из различных регионов. И начиная от Дальнего Востока и кончая Симферополем. Это были ребята из Донецка, они рассказывали, как у них там, что происходит. И это были и местные жители, которые добирались тут час. Люди были, которые добирались 7 дней. Все участники фестиваля проходили отбор, отправляли заявки, портфолио и ждали решения комиссии. Александра считает, что получить приглашение ей помогла ее активная деятельность в Сарфатыне Яумифи. Все годы учебы девушка принимала активное участие в жизни института, играла в женской волейбольной команде, занималась инженерным волонтерством. Фестиваль останется одним из самых ярких воспоминаний у Александры, однако прощаться с Тавридой девушка не собирается. В ее планах участие в новых форумах, конкурсах и образовательных заездах. Екатерина Пенова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.